Я выбрал парк не потому, что я не люблю парки, а наоборот, у нас в городе слишком мало парков, и нет такого места, где бы я об этом мог сказать, нежели чем в парке. Мало парков – это одно, но у нас еще за ними практически не ухаживают. То есть мы находимся в парке имени Гуськова. Здесь плохие фонтаны еще с советского периода. Очень плохая дорога. Здесь практически невозможно гулять с семьей. Это не самое нелюбимое место. Это то место, которого слишком мало в городе. Мне кажется, первое – это люди. Потому что, выезжая куда-то в другие города, очень многие отмечают людей из Оренбурга, то, что они достаточно талантливые. Второе, наверное, чистота города. Даже сравнивая с другими городами, наш город достаточно чистый. Несмотря на то, что город достаточно отсталый в плане инфраструктуры или еще чего-нибудь, там каких-то мероприятий, которые носят специфический характер в разрезе бизнеса, в разрезе искусства и так далее, город пытается развиваться, город пытается создавать новые мероприятия, город пытается создавать в целом более качественную инфраструктуру, но пока мы еще отстающие, но при этом нам есть куда расти. Многие об этом говорят, но я хочу повториться, надо начинать с себя. Не позволять, так сказать, ряду индустрии алкогольных напитков развиваться. По крайней мере, мои московские друзья, которые были 2 года назад в Оренбурге и приехали буквально 4 месяца назад опять сюда, они заметили, что рынок разливных напитков значительно увеличился. Мне кажется, это печально. Надо это как-то либо замораживать, либо останавливать, либо наоборот сужать. Это позволит людям, мне кажется, заниматься более полезными вещами. Администрации города и в целом администрации правительства нашего области стоит больше уделять внимание инфраструктуры на то, чтобы в городе было значительно приятнее жить. И это на самом деле привлечет больше людей и остановит отток населения в столице нашей страны. Мне кажется, в городе уютно. Мне очень много говорили, типа, переезжай в Москву, переезжай в Питер. Да, возможно, там больше почвы для развития, там больше профильных, так сказать, тусовок. Но в Москве, как одна сказала моя, опять-таки, знакомая москвичка, ты не успеваешь жить. Ты встаешь в 5 утра, едешь на работу, так как путь до работы занимает от 1,5 до 3 часов, к примеру. Потом с работы домой, спишь, и так все время. А в Оренбурге ты успеваешь жить, потому что практически в любую точку ты можешь доехать за 15 минут. Ты можешь вечером пойти с друзьями куда-то, ну, несмотря на то, что мало куда можно пойти, но все-таки можно. Провести время с семьей можно, потому что в столицах этого не хватает. Люди не уделяют столько времени друг другу в семье, сколько это необходимо, на мой взгляд. Но несмотря на то, что здесь мало парков, я его люблю. Несмотря на то, что здесь достаточно мало интересных мероприятий, и я черпаю подобную информацию из сети, я все равно люблю Оренбург и не уезжаю из него.